Анонс и точная дата выхода 142-й серии турецкого сериала «Доверенные». 142-я серия сериала будет в эфир 23 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Юсуфу стало плохо, то Сихер и Яман отвезли его в больницу. Мальчику сразу же сделали обследование и выявили у него серьезное заболевание. По всем результатам теста было сделано заключение, что у Юсуфа лейкемия. Необходимо в самые кратчайшие сроки начать лечение, и тогда врачи смогут держать данную ситуацию под своим контролем. Сихер и Яман не были готовы к такому, и они сами напуганы. Сихер сразу же вспомнила слова своей умирающей сестры. Она доверила ей своего ребенка, но Сихер не справилась с этой задачей. Яман не понимает, почему это происходит с ними. Сихер говорит Яману, что сейчас Юсуф нуждается в нем как никогда, и он не должен сдаваться. Яману также Юсуф очень сильно нужен, но племянник словно ускользает из его рук. Сихер понимает, что сейчас совсем не подходящее время для того, чтобы вспоминать про свои обиды. Она взяла Ямана за руку и сказала, что они должны быть сильными и держаться вместе ради Юсуфа. Они забудут о том, что происходит между ними, и посвятят себя и свои мысли любимому племяннику. Ведь Юсуфу предстоит пройти долгий курс лечения, и его необходимо подготовить к этому. Напомним, 142-я серия сериала выйдет в эфир 23 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.